декабрь начнется с итоговых данных по промышленному индексу PMI со всего мира. Ввели очередной выпуск экономического календаря. Производственный индекс PMI Швейцарии за ноябрь мы получим в половине восьмого утра. В течение последних пяти месяцев мы наблюдаем повышение индекса. На данный момент он находится на уровне семилетнего максимума. Итоговая оценка ноябрьского индекса PMI еврозоны будет представлена в 9 часов утра. Согласно первоначальным данным, индекс находится на уровне 60 пунктов. Это является вторым по величине показателем в истории опроса. Более того, прирост был зафиксирован как в Германии, так и во Франции. Данные по индексу PMI Великобритании за ноябрь мы получим в 9:30 утра. Британский индекс PMI также вырос в октябре. Затем в 1:30 дня по Гринвичу мы получим важные данные Канады по сентябрьскому росту ВВП, которые также включают в себя данные третьего квартала. Экономика Канады увеличилась больше, чем ожидалось во втором квартале, учитывая сильные расходы потребителей. Данные высокой важности по рынку труда Канады за ноябрь мы получим к этому же времени. В ноябре уровень безработицы немного повысился, однако занятость также увеличилась. В основном увеличилось количество рабочих мест на полный рабочий день, а количество рабочих мест на неполный рабочий день сократилось. Канадский производственный индекс PMI за ноябрь мы получим в 2:30 дня по Гринвичу. В октябре индекс снизился с трехмесячного максимума, который был зафиксирован в предыдущем месяце. В 3 часа мы ожидаем данные по промышленному индексу PMI ТСМ в США за ноябрь. В октябре индекс снизился на 2,1 пункта, покинув 13-летний максимум, который был зафиксирован в прошлом месяце. К этому времени мы также получим данные США по расходам в строительном секторе за октябрь. В сентябре расходы продолжили расти более быстрыми темпами, чем на 0,1% в предыдущем месяце. Вы смотрели обзор новостей экономики на пятницу, 1 декабря. Завтра мы представим вашему вниманию обзор новостей понедельника. До скорого!